Известный стронгмен Эльбрус Нигматуллин заявил, что у него вскрыли машину. Автомобиль был припаркован в одном из дворов металлургического района. Решил выехать на машине и обнаружил на моей Ниве вырванное стекло лобовое. Видимо, пытались его похитить, но похищать не стали, потому что оно начали его вырывать, оно треснуло посередине. Вот такое варьё. Повреждения на своем авто Эльбрус Нигматуллин обнаружил вчера утром. Он предполагает, что с машины пытались снять стекла, но, видимо, не смогли. Но повреждения на машине остались. Да куча они еще бензин слили и крышку бака вырвали. Держатель на телефон стырили, эту руку просунули. Короче, либо я сейчас застряну, вернее, где-нибудь заглохну, либо лобовое стекло сейчас вылетит по дороге. Мужчина заявил в полицию. В городском отделении подтвердили заявку. Правоохранители уже начали выяснять обстоятельства случившегося. Поступило обращение местного жителя по факту повреждения принадлежащим автомашины. В настоящее время сотрудниками полиции по заявлению гражданина проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение в соответствии с действующим законодательством. Напомним, ранее на имущество Эльбруса Нигматуллина уже покушались. Когда он был в Уфе, с его Нивы слили бензин. Сегодня вот что со мной приключилось. В общем, слили у меня бензин на моей Ниве, сломали замок. Замок вообще унесли. Я узнал об этом, когда поехал на работу, заглох. Сначала не понял, в чем дело. Вот, потом вот вышел, выяснилось, что, оказывается, бензин у меня слили. Судя по всему, это ночью сегодня произошло.